Академия. Сусаков Роман, я генеральный директор отеля «Романов лес». Изначально мы искали программу лояльности, чтобы оцифровать базу данных наших клиентов и общаться с ними напрямую. UDS великолепно с этой задачей справляется. Мы ставили задачи по внедрению и, соответственно, сопровождению нас в течение 3 месяцев, но результат превзошел все наши ожидания, и мы решили сохранить долгосрочную перспективу взаимоотношения с Сергеем Ботановым. Эко-отель «Романов лес» работает на платформе UDS с 2019 года. Давайте же посмотрим, какой функционал использовался на данной платформе. Первое. Мы полностью отказались от пластиковых карт, что значительно упростило процесс оцифровки и регистрации наших гостей. Благодаря приложению гости, заселяясь в нашем эко-отеле, могут увидеть актуальную информацию о предстоящих новостях, акциях и актуальной информации в целом. Также в будущем планируется возможность бронирования номеров напрямую через приложение, минуя сторонние сервисы бронирования, которые берут за это большую комиссию. Перейдя со стандартной скидочной системы на систему кэшбэк, мы сумели в общем плане значительно снизить общий размер скидки на наши услуги. Каждому гостю мы даем электронную бонусную карту с общим размером кэшбэка 5%. VIP-гостям мы даем бонусную карту с кэшбэком 10%. В итоге, по истечению 10 месяцев, по нашим подсчетам, мы сумели сократить общий размер скидки с 15-20% до 5%. С помощью системы UDS мы можем еженедельно информировать наших гостей о предстоящих мероприятиях, новостях и акциях. А бесплатные пуш-уведомления позволяют доносить информацию до каждого нашего гостя абсолютно бесплатно, напрямую на мобильный телефон. За 10 месяцев нам удалось оцифровать в нашу клиентскую базу 2752 клиента. Общий оборот через UDS составил 28 миллионов рублей. 95% клиентов скачало наше мобильное приложение, что может говорить о высокой вовлеченности и лояльности. UDS – это отличный инструмент по управлению сарафанным радио. Благодаря приложению наши гости могут рекомендовать эко-отель своим друзьям и знакомым. Те, в свою очередь, приезжают отдыхать к нам, и для нас эти клиенты абсолютно бесплатны. Мы, в свою очередь, благодарим рекомендателей нашего эко-отеля бонусными баллами, которые они могут потратить в виде прямой скидки при следующем заселении. За 5 месяцев работы нашими действующими клиентами было передано 544 бонусные карты. Глубина рекомендаций составила 5 уровней. Из этих клиентов 60 человек пришло отдыхать у нас на сумму более 1 миллиона рублей. Важной задачей было определение наиболее эффективных источников трафика. С помощью пуш-уведомлений, отправляемых нашим клиентам, мы смогли заработать более 2,5 миллионов рублей. И что самое важное, благодаря точечной рассылке на клиентскую базу, мы смогли замерить эффективность каждого рекламного канала. Мы использовали блогеров, массовые рассылки на чат-боты, соцсети. И теперь, исходя из картины, мы можем оценить, какой трафик был максимально эффективным, и уже не бояться вливать денежные средства именно в этот канал. Каждый клиент после оплаты услуг получает персональное сообщение с просьбой оценить качество оказанных услуг по 5-бальной шкале. Благодаря оперативной обратной связи мы можем собирать данные о том, понравилась или нет наша услуга, и принимать необходимые меры. Также на территории эко-отеля находится спа-центр, который также подключен к системе UDS. И каждый гость, который приезжает к нам на проживание, имеет возможность присоединиться к бонусной системе спа-центра и получить 500 приветственных баллов. Согласитесь, приятный бонус к проживанию.
Друзья, ждем вас в нашем экотеле «Романов лес».